Зимний рыболовный костюм Snow Lake в этом году в обновленном современном дизайне и с новой качественной мембранной тканью, мягкой, без блеска, мембран 10 тысяч на 10 тысяч. Идеально подобраны цвета усиления на коленях и подкладки из флиса, причем флис – это дополнительное утепление, все швы проклеены. Костюм очень теплый, до минус 35 градусов. Высокий воротник утеплен флисом, капюшон с козырьком пристегивается к куртке молнии, регулируется по краю лица и по объему головы. Удлиненная куртка закрывается на двухзамковую молнию и двойную ветрозащитную планку. Под ветрозащитной планкой карман с флисовым подкладом на молнии для приманки. Два верхних кармана на груди застегиваются на молнии. Два объемных боковых кармана с теплой подкладкой из флиса. Объем по талии регулируется внутренней кулиской. Низ куртки можно увеличить по бокам за счет вставок на молнии и с комфортом рыбачить в положении сидя. Двухшовные анатомические формы рукава с шерстяным манжетом с регулировкой. Вентиляционные карманы в области подмышек. Внутренний карман для документов на молнии. Высокие брюки полукомбинезон застегиваются на двухзамковую молнию светозащитной планкой. Полукомбинезон с высокими боками теплый, уютный. Регулируемые эластичные бретели, широкий пояс, частично собран на резинку, дополнен шлевками. В области колен и в области сидения изолоновые вставки. Снегозащитные манжеты со стопорной резинкой. Низ брюк можно увеличить за счет вставок по бокам на молниях и планках с липучками.